Братва, мы в движи. Володька делает оно, какой-то мотер, норочка, ну, главных инженеров у Володька, главных инженеров, бо я сегодня что-то порванный, блядь, после работы, ну, мы там щель, блин, 29-й, куку, нахуй, блядь, такая вибрация от его, руки болят, нахуй, блин, слабый куку, нахуй. Братва вчера приезжала, сдалека подрована, куку малина, только как схватил 361-го, ну, то все, ну, та ты шо, ну, и руки не болели, ну. А сегодня куку, ну, движуха, ну. Решил трошки отдохнуть, бо что-то геть поломанный тоха, немножко. А Володька в движении, что-то там оно куку, каже, треба уже что-то крутить там оно, куку. А что ж, блядь, крутить? Поменяли, блин, сальники, все дело поменяли, ось, а воно куку, ну, уже виробка на самій оськи виробка. Сальники витерли и куку. Надо на Кропивницкий валить, что-то переточивать, чи напиление делать, чи что-то, короче, надо делать. Ну. Ну, короче, у нас такая движуха. Ну. Ты там в движе? Пошли пройдемся. Ну. И нас, вот. Вот это камалина у нас. Сегодня холодненько, все заряжено. Ну, короче, движуха. Володька, все в движухе. Братво, вы там, если так я что-то пишете, нахуй, пишите в инсту, нахуй. Там все прикреплено, все там, шо, все, что надо, нахуй, по всех вопросах, нахуй, туда, нахуй, шух, написали тохи. И все, только вам все ответили, нахуй. Там все прикреплено, нахуй. И там я буду вам все отвечать, нахуй. О. За Володькину мамашу вы там пишете и пишете, питаетесь. У неї друга семья, дві ж малина, в неї все классно, в неї все хорошо. Да, она уехала на вечный маникюр, нахуй. Все. У нас все. А мы с Володькой все. Движ. Движ, мы сегодня. Вот это такие движ малина, короче. В движухе. В движухе, Володька, в движухе корабель все стоит, отжневувалися, ну, все, огонь. Норочка ось в движухе. Ушка стоят. Володька тоже в движухе. О, все, все дела. Володька там все наблюдает, нахуй, все огонь, блин. Братиш написал ему там посилку якусь передать, Володька в шоке, нахуй. В полном, короче, все. Поїде Володька на нову пошту, я вчора ездил, нахуй, на нову пошту. Всі, всі ку-ку кричать знакомый голос, нахуй. А це дві ж малина, нахуй, мотаемся, нахуй. А за такие дела. Так что все, вы нам туда пишите. Да, Эря, деточка. Ну. Бо мы что-то, мы сегодня не активны, мы сегодня что-то геть. Немножко втомилися, ну, хоть очолимся, ну, короче. Норочка тоже очолится. Там все будем отвечать там. О, да, все. Бешеный гербарий Володька подарил. Батяжок батеньки, ну. Девок немає, подруга его на работе, до якої він ходить, нахуй, все ку-ку, дві ж малина, нахуй. Будем нюхать, все, батишки, нахуй. Норочка мотается, все, как полягається, нахуй. Дві ж малина. Так що Володька вже скоро повалить на нову пошту, нахуй, по посилюшку, нахуй. Дві ж малина, нахуй. Братва, що ви оце ёлки-палки? Только праздник провтеков, блядь. Был праздник Владимира, ну и никто, блин, не написал это куку малина, ну, что провтекали мы праздник такий бешеный, ну. Движуха, ну. Володька, ось. Норочка сердится. Ох, и сердится, да, каже, трогає, трогає. Ох, и трогає. Все, братва должна привалить с Одессы. Братва, вы там пишите, кто откуда, ну. Короче, такое предложение я упор, ну, рвануть на прогулку. Тільки не знаем, что они решили куда. Чи на Кропивницкий, коли братва приедет, ну. Чи на Черкосе. Так что подсказывайте, куда, ну. Где будет какая-то больше движа, ну, туда и повалим, ну. Володька поедет на прогулку с братвой, коли приводит. В первых числах братва обещала привалить. Привалить обещала. Так что пишите, куда нам валить. Ну. Чи на Черкосе, чи на Кропивницкий.